Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет потолочный светильник. Это светильник для ванной комнаты. Здесь просто повышенная защита от пыли и влаги. Степень ее в данном случае IP44, что позволяет ему использоваться в таком помещении, как ванная, то есть помещении с повышенной влажностью. Но также вы можете установить его и в любой другой комнате, например, такой как спальня, кухня или прихожая. Я считаю, он достаточно красив для любой комнаты. Размер его 36,5 см на 36,5 см, полностью из стекла. Металл здесь цвета хром, то есть зеркальная поверхность. Боковые стекла белые, с глянцевой поверхностью. Нижнее стекло, оно тоже белое, но здесь есть такой некий узор в виде мелких прозрачных точечек, эффекты от которых, скажем так, более заметны, когда светильник включен. Источник света здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. Потребляет он 23,5 Вт, а выдает примерно 240. Включенным выглядит он вот так. Цвет свечения здесь нейтральный, в кельвинах это 4000. Но освещает он хорошо. Свет получается такой довольно мягкий, но при этом яркость очень даже хорошая. Я думаю, что подойдет такая модель для комнаты площадью порядка 12 квадратных метров. Это так, чтобы хорошо осветить. Крепится он с помощью монтажной планки. Вот она, размер вот этой крепежной части. На 26,5 см. То есть квадратная форма. Так как здесь, получается, нет доступа к этой крепежной планке, именно к ее винтам, вот эта вот рамка, которая металлическая, она на магнитах. То есть ее так снимаем, светильник крепим, и потом уже все вот эти элементы, которые не обязательно видеть, они прикрываются такой декоративной рамкой. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.